Всем привет, с вами StevPro, и сегодня покажу вам модный полноценный редстоун для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного мода в нашем мире появляется полноценный редстоун. Это уже шестая версия мода, и здесь нам изменили текстуру поршня, но, к сожалению, когда вы активируете этот поршень, его текстура не изменяется. Да, вот такой минус поршень, но все же поршень стал 3D, да. Хотя бы что-то удивляет. Ну вот, как видите, поршень такой багнутый. Дальше у нас идет дроппер, выбрасыватель, который вы можете активировать с помощью рычага. Дальше у нас идет, если не ошибаюсь, репитер, да, и повторитель. Так, почему-то я, так, нет, блок слизи у нас вроде здесь, да, вот, мы добавили также блок слизи, на котором вы можете попрыгать, если исправили много багов, но, к сожалению, баги остаются. К примеру, добавили частицы слизи. А, я понял, почему происходит, потому что блок жизни находится под командным блоком. И командный блок его активирует. Да, это не баг, это просто командный блок. Просто командный блок, да, ничего такого. Ну что ж, давайте напишем команду timeSeed, да, и попробуем ее активировать с помощью рычага. Да, команда активируется только с помощью рычагов. Как видите, наш режим изменился на день. Все работает. Ну что ж, вот такой очень классный мод. Скачивайте и оценивайте его. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.